Я считаю, очень важно. Почему? Потому что это вопрос болезненный, насущный, актуальный на сегодня. Очень актуален. И чтобы сохранить как-то наше поколение будущее, надо уже сегодня решать, и решать уже конкретно решать. Ну, это беда, наркомания, правильно? И чем больше будет рейдов, мне кажется, это эффект будет. В Брянске сейчас очень большой рост наркомании, и это очень нужно. Какие-то телефоны доверены, чтобы могли людям помогать. Очень, да. Они очень нужны, эти рейды. И по домам, и по квартирам, и везде по городу. Это, в принципе, очень важно, потому что современная молодежь употребляет какие-то легкие наркотики, это сильно портит жизнь. Ну, как окружающим, так и людям из их семей. Я сам участвовал в одном из таких месячников в прошлом году. Мы собирали фотографии по району. Это, думаю, оказало какую-то помощь нашим правоохранительным органам. Надо с детства заниматься детьми. То есть в школе пропаганду устраивать о вреде наркотиков. Если будешь много пить наркотиков, тогда можешь умереть.